Приветствую вас, друзья мои. С вами Серега, вы смотрите «Несложную кулинарию». Сегодня мы с вами будем запекать радужную форель. Маленькие рыбешки, будем запекать их в фольге, в духовочке, с легкими азиатскими нотками. А чтобы придать ей эти нотки, нам, конечно, понадобится имбирь, соевый соус, ну, плюс там немножко лимончик, тимьянчик. Сейчас со всем разберемся. Берем наш имбирек, берем ложечку и начинаем его очищать. Тут, конечно, осталось еще куча всяких недочетов. Зачистил я его достаточно небрежно. Но мне, в принципе, он не нужен. Идеально какой-то чистый. Этого должно хватить. Теперь лимон. Форельки у меня 4. Одного лимона вполне должно хватить. Нарезаю я его достаточно тоненько, как вы видите. Время подготовить специи. На самом деле готовить тут нечего. Берем соль. Я взял достаточно крупную. В принципе, роль не играет. Перец. Побольше перчика хочу. Виновница торжества. Наша форель. Берем, посыпаем солью с перцем, как следует. Посыпали с одной стороны, обязательно засыпаем внутрь. Переворачиваем, повторяем процедуру с другой стороны. Берем фольгу. Рыбку я буду класть вдоль. Закрывать буду сверху, чтобы в конце приготовления я мог немножко ее приоткрыть и подзапечь. Так. Такой длины-то нам должно хватить. Запаковка рыбы выглядит примерно так. Капелька масла. Совсем немножечко. Дальше кусочком лимончика. Распределяем его равномерно. Дальше 3 кусочка лимона, 2 кусочка имбиря, веточка тимьяна. Поверх всего этого кладем форель. В нее также засовываем кусочек лимона, кусочек имбиря. Сверху повторяем то же самое, что снизу. Теперь делаем типа лодочки, но не закрываем рыбу до конца. Капаем туда соевого соуса, буквально чайную ложечку, так чисто, для запаха. Все, после этого рыбу можно закрыть. Опять же, лодочка делается еще и для того, чтобы в конце приготовления ее можно было раскрыть, и она немножко подпеклась бы сверху. Повторяем. То же самое со всеми рыбинами, которые у вас есть. Берем противень и наши подготовленные рыбёхи выкладываем на него. Сейчас этот противень с рыбой отправляется в духовку. Я ее уже заранее включил на 180 градусов. Рыба там будет находиться ровно 20 минут. А после этого я открою фольгу сверху, как я уже говорил до этого, и дам рыбке немножко запечься в течение буквально пары минут. Двадцать минут прошло, время доставать нашу рыбу из духовки. Так, сначала я подложу дощечку, чтобы не испортить свою рабочую поверхность. Опачки, вот и она.
Вот так вот немножко я их раскрою, чтобы слегка подпечь. Теперь снова в духовку на пару минуточек. Ну вот, в общем, примерно вот так вот выглядит рыбка. Она немножко подзолотилась. Такая чуть-чуть корочка у нее появилась. Даже, я бы сказал, больше не корочка, а просто кожа ее подсохла. Она больше не похожа на вареную рыбу. Мне кажется, выглядит на порядок лучше. А на вкус ее это никак не повлияло. Сейчас я вам покажу, насколько это получилась нежная штука. Смотрите, она мягкая-мягкая. Нежнейшее мясо. Ну, теперь у нас по очереди дегустация. Ну, я бы сказал, что у нас получилась наинежнейшая просто рыбка, очень мягкая, очень сочная. Прям, ну, чудесно. Конечно, это лайк однозначно. Сами видели, насколько это несложно. У меня по времени это где-то заняло минут 35. Но вы учтите, что это вместе со съемкой. Я думаю, что вы у себя дома уложитесь гораздо быстрее. На этом все. Все ингредиенты использованы внизу. Все граммовки внизу. Подписывайтесь на мой инстаграм. Он опять же внизу. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно не проходите мимо. Также ставьте лайки. На этом, наверное, все. Сейчас вы увидите еще парочку рецептов интересных с моего канала. Все, ребят, пора закругляться. До скорых встреч. Всем приятного аппетита.